Воскресенье мать-старушка к воротам тюрьмы пришла, своему родному сыну передачу принесла. Своему родному сыну передачу принесла и привратнику сказала задушевные слова. Ноги старые устали, 40 верст пешком я шла. Ноги старые устали, 40 верст пешком я шла. Передайте передачу, а то люди говорят, что по тюрьмам заключенных люди голодом морят. И привратник отвечает: твоего сыночка нет, рано утром на рассвете он отправлен на тот свет. Рано утром на рассвете он отправлен на тот свет. Осудили его чехи у тюремной стены, когда приговор читали, знали звездочки одни. Когда приговор читали, знали звездочки одни. Повернулась старушка, покачнулась слегка, к привратнику тихонько потянулась рука. Передачу я купила на последние гроши, передайте заключенным на помин его души. Передайте заключенным на помин его души. Отвернувшись, мать-старушка от ворот тюрьмы ушла, и никто о том не знает, что в душе она несла. И никто о том не знает, что в душе она несла. Воскресенье мать-старушка в спешку из дому ушла, и к могилке на опушке цветочки принесла. И к могилке на опушке цветочки принесла. Поминать тебя я буду, ты сыночек мой родной. В колыбель тебя я вижу, спи спокойно, дорогой. В колыбель тебя я вижу, спи спокойно, сын родной.